Здравствуйте, уважаемые телезрители. На АТВ программа «Открытый эфир». Я Владимир Банчиков. И сегодня гость в нашей студии — легенда советской, российской, бурятской журналистики, философ, писатель, журналист, краевед. О, легендарная личность — Владимир Владимирович Бараев. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Во-первых, очень приятно видеть вас в добром здравии. Все-таки вы в почтенном возрасте спокойно прилетаете из Москвы в Улан-Удэ. Это вот как, ну, как сказать-то, здоровья хватает вам на такие перелеты? Нормально, все очень хорошо, долетел прекрасно. Тут акклиматизация некоторая была, но презентация встряхнула меня. Столько знакомых, родных лиц было. Презентация новой книги? Да. Какой? Вот эта книга «У Лигера детства». Отличное издание, ага. Очень красивое, очень шикарно изданная книжка, конечно. И альма-матер о Московском университете. Ну, да, вы выпускник философского факультета МГУ. Да. Университета номер один в нашей стране. Ну, давайте разговор начнем вот с чего, Владимир Владимирович. Очень интересна вот ваша судьба, связанная с журналом «Байкал». В 60-х годах, когда вы пришли руководить, ну, одним из руководителей журнала, вы начали печатать там совершенно крамольных на тот время, товарищей вроде братьев Стругацких и фамилия... Беленков. Беленков, да-да-да, Беленков. Сожалею. Что вас сподвигло вот пойти против... Да, собственно, против такой машины, которой была советская власть. Не было у меня такого стремления идти против. Просто я хотел сделать журнал более современным, более читаемым. Он и тогда был неплохим журнал. И Африкан Андреевич послал меня на стажировку в журнал «Дружба народов». Там я сидел в кресле Ярослава Смелякова, который болел в то время в больнице. Вот. И рядом главный редактор Боруздин Алексей. И многие знаменитости заходили туда. Косынко, Леев, там, ну не буду перечислять. Ну, все советские писатели, наверное, так или иначе имели отношение. Да. Это рядом «Дружба народов», буквально рядом с ЦДЛ. Мы обедали там. Центральный ужины. Дом литераторов. Да, центральный круг. И я познакомился со многими. Ну и я вышел на Стругацких. То есть вы и братьев знали лично? Я знаю одного из Аркадия Натановича Стругацкого, угу. Потому что Борис жил в Питере, угу. В Ленинграде. А они жили в разных городах, но писали совместно. Вот. И они подали повесть «Улитка на склоне». Одну часть они опубликовали в «Эллинском секрете» в Ленинграде, а другую не могли опубликовать, потому что при совместной публикации возникал момент... критической массы, взрыв был. Дело в том, что это не слишком подробно. Нет, нет, нормально, нормально, это очень интересно. Дело в том, что в одной из частей главный герой Перец бежит из леса в управление, управление с большой буквы и лес большой, то есть из народа в правительство, а в другой показано процесс обратный. Вот. И получался круг, замыкался, тупиковая ситуация, условно говоря. Но тут не было таких подтекстов. Самое главное, что это была вольная проза, великолепная по качеству. Аркадий Натанович был японист, русский язык прекрасно знал. Борис астроном, знаменитый довольно, он делал там из Пулковской обсерватории открытия свои. Ну и в то же время они писали это. Так, потом я в
ЦДЛ познакомился, вернее, в театре Ермоловой познакомился с Еленой Елеонидовной Якушкиной, декабристской фамилией ее, она потомок. Вот. Она зав. Лит театра Ермоловой. Она давала, она пробивала нашего Сашу, Саню Вампилова туда. И она узнала, что я это, пригласила к себе. Мы познакомились, там я мельком видел Саню Вампилова. К сожалению, в последний, нет, не последний раз, но один из немногих разов. Но самое главное, я взял у нее публикацию одну там, перевод ее с французского. Самое главное, она меня познакомила с Еленой Сергеевной Булгаковой. Вы знаете, попасть к Елене Сергеевне Булгаковой уже тогда было нельзя. Только что вышел роман «Мастер и Маргарита», и она стала... По-моему, в 67-м или 66-м году, да, был издан «Мастер он Маргарита»? Он в 57-м примерно, 57-м. Я точно не помню, а я был в 67-м, 10 лет спустя вроде. Может, я ошибаюсь в датах выхода, вот заклинило. И она... Я ей сказал, что хочу публиковать Булгакова. Она приняла, я, говорит, не даю рукописи никому, не обижайтесь, я вам не дам, но я вам предоставляю возможность быть у меня, читать. Читайте сколько хотите, выбирайте. Я у нее неделю пробовал, там не ночевал, конечно, но каждый раз приходил с цветами к этой выдающейся женщине. Она была красивой в свои те преклонные годы. Я узнал гостеприимство Булгаковского дома. Вдова Михаила Афанасьевича Булгакова хранила свои рукописи. Я прочел «Багровый остров» пьесу. Ну, «Мастер и Маргарита» я уже, как говорится, читал. Дала еще что-то там, вот, ряд произведений, которые я взял. И, ну, опубликовать Булгакова не удалось, потому что после того, как вышел роман, нет, точнее, повесть «Улитка на складе», и Беленкова, поэт и толстяк, о Юрии Олеше, вот, нам крепко попало. Ну, вплоть до того, что, говорят, Андрей Рубхевич, легендарный наш первый секретарь обкома, летал в Москву и пытался вас, ну, как современным языком, говорят, отмазать. Нет, перед вышестоящим руководством. Извините за выражение, его вызвали в Москву. А, ну, вызвали, ну, да. И он рассказывал мне и Бальбуру, что вы там печатаете всякую будь. Я, говорит, из-за вас 10 лет журнал существует, все было тихо, хорошо, а сейчас меня вызвал Владимир Ильич Степаков, зав. Отдела пропаганды. Я целый час стоял перед ним на вытяжку, он ему не предложил сесть. Такое унижение было для Андрея Рубхевича. Но дело не в этом, дело в том, что не понравилось ЦК КПСС, то, что мы публикали, ну, Стругацких, да, и Беленкова. А Беленков позже, увидев этот шум, он в это время читал лекции в Белграде, в Софии там. Он был литературовед, да, я так понимаю? Очень известный, он в одном лагере с Солженицыным был. Под Карагандой. То есть он закален и обожжен казахстанскими ветрами, где я много работал. Вот. И он взял и улетел из Белграда в США. То есть нам вменили вот что. Пригрели. На груди змею диссидента, да? Изменника Родины. Изменника Родины. В общем, пришлось очень туго. Проработка шла
театре оперы и балета на Большом. А до того в Бурдраме, в ТЮЗе творческая интеллигенция собиралась и все костерили нас. И вас хулило, да? Да. И бюро обкома знаменитое, где меня решение... Там решение было очень странное, хорошее, гладкое. Укрепить редколлегию, что-то в этом духе. Угу. В чем состояло укрепление, убрали одного меня. Никого там ни больше не добавили. И получилось, они укрепили, а я был вынужден... Меня не выгоняясь всем, дали, пойди работать в «Правду Бурятии», все такое. А перед этим меня сняли цикл передач, я года два вел молодежную передачу на телевидении, закрыли. Сборник шел, на выходе был. Мои рассказы и очерки, в том числе «Осаянская тетрадь», которая до сих пор не издана. Закрыли. Я понял, мне не дадут ходу. Не то, и что еще был момент такой. Я стал чемпионом, 10-й раз чемпионом Бурятии по диску, а об этом по метанию диска. Газете, да, по метанию диска, не дали. То есть я стал закрытым лицом. Я понял, мне здесь коробочка. И уехал в Москву. Ну, почти год устраивался, очень сложный период был. Ну, там, голодал, ночевал, где придется, хотя родня там кое-какая была, брат мой там. Ну, я, в общем, короче говоря... В общем, судьба тоже очень потрепала, прилично, так скажем. Тот год незабываемый. Ну, в итоге мне помогли мои старые друзья, Валентин Осипов, бывший редактор «Молодого Целини», который меня знал как журналиста, и Лариса Васильева, знаменитый писатель, поэт тогда она была, а потом «Кремлевские жены» написала, да, и так далее. Целый сериал, по-моему. А танк Т-34, она дочь конструктора, они вдвоем. Она зашла к нему в кабинет и сказала, почему она за меня, потому что она прилетала в журнал «Байкал». Мы их опубликовали. Их – это ее, Натана Эдельмана, ну и ряд других, ее, главное, стихи. Вот. И она меня узнала из журнала, и она сказала Валентину Осиповичу, мол, давайте поможем. И тогда он знал, что меня взяли в комсомолке, не взяли в других, в комсомолке. С пропиской тогда в Москве было очень жестко. Но меня хотели взять с обкором где-нибудь. Но главный редактор Борис Панкин, ну, очень уважаю, после мы с ним познакомились, он подарил мне свои книги. Это очень легендарное лицо. Он сказал, таких нам не нужно. И я устроился, начал устраиваться «Пионерскую правду» с обкором по Северному Кавказу. Ну, сначала по Уралу и прочее. Но я подвис. И тут сыграл большую роль звонок Валентина Осипова и Ларисы Васильевой. Они, он сказал, поздравляю вас, вы это, к вам идет такой-то Володя Бараев, мой друг. А те говорят, вы что, шутите? Нет. И так далее. И меня утвердили, вот все-таки эти знакомства добрые, они не по блату, а по творчеству. Духовный союз был, все такое. Привел меня к тому, что он стал сапкором «Пионерской правды» по Северному Кавказу из квартиры в Краснодаре. Сейчас только мечтать можно. Я тогда начал работать, но было трудно. Моя жена Валентина Афгановна, она педагог Буркетского института, кончила английский, немецкий знала. Устроиться в Краснодаре было невозможно. Там много было жен и вдов,
всяких военных. Краснодар же теплое место. Ну, конечно. И там мест педагогов не было. И вы на 120 рублей, по тем временам, жуткий оклад был. Нищенский, скажем да. так. Я, жена, дочь Оля, сын Тимур маленький в первый класс пошел там. Вы просто... Очень трудно жили, да? Да, да, да. Вы мне показываете? Нет, нет, нет. Я думал, себе... Не-не. Владимир Владимирович, вот смотрите. И вы... потом я переехал в Москву. Все. Ясно. Вы никогда не были диссидентом, да, в душе? Или все-таки были? Нет, нет. Вас тянул именно литературный талант вот тех людей, которых вы издавали, да? Никакой политической или идеологической подоплеки там не было? Нет, нет. В этом смысле... Ну, когда мне перекрыли коробку, кажется, у меня и мысли не было уехать. Куда уедешь? Вот у Франца Кафки есть для меня удивительная строка. Чукчи живут в студеном, тяжелом краю. Я спросил одного из них, а чего вы не уезжаете, а куда? Это наша родина. Вот у меня такое чувство чукчи в хорошем смысле было. Ну куда? Я даже не мог подумать, что я уеду из Бурятии. Ну из Бурятии пришлось, то был Северный Кавказ, то Москва. Моя душа всегда был связан с Бурятией. Ну это заметно, то, что вы сюда приезжаете, то, что ваше вот литературное, личное творчество, оно же ведь так или иначе все равно связано с Бурятии, с историей, с культурой. Ну, в основном, наверное, все-таки с историей, да, Бурятии? Ну, получилось так, что я нашел потомков Бестужева. Это было колоссальное открытие, сенсация. Николай Бестужев, литератор, член Северного общества, художник. Он запечатлел 45 декабристов, бывших на каторге в Чите Петровском заводе. Автор монографии «Большой опыт истории российского флота» он написал и так далее. Ну и забыт. А я в Новосибирске в 57 году, еще в молодежке работал на лыжах, пошел из Новосибирска к могиле Бестужева и к концу короткого зимнего дня увидел, как крестцы заметает сугроб, все такое. Я оттер надпись «Бестужев Константин Торсон». И тут же налетает ветер с песком. Там же южные места. Не и у меня родился образ «Поземка забвения». Я потом стал спрашивать местных жителей, а где он жил, ну, вот как раз рядом с этими могилами. И потом я узнал, что он уехал, сын был у Бестужева и дочь, они уехали в Китай. И никто не знает их следов. Я нашел, это были годы поиска, я решил пойти... Зоркин туда, Виталий, ездил. Был такой журналист, который работал здесь. Сейчас в Иркутском университете. Он специально ездил в Владивосток. Там в царствах более 100 человек. Он стал вот таким опытом путем. И ничего не нашел. Я понял, что тут надо действовать другим способом. Я опубликовал там, в Петропавловске, Камчатском, Хабаровске и других городах Дальнего Востока статью об Бестужеве и его сыне. И пришел отклик, нашелся человек, внук, правнук его, Александр Дмитриевич Старцев. Он был тогда зав. Отделом капитального строительства Владивостокского центра, ну вы что? Это просто удивительно. Он на Москве нашел меня, и он сначала публикацию в «Правде» из «Династии декабристов», моя статья вышла
1977 году, 17 декабря. Я помню эти даты, все. Их ошарашило. Во-первых, они расстроились, что я написал, что они дети того старца, который владел островом Путятин. Его там считали богатеем, там, что якобы остров Путятин подарен там ему цесаревичем. На самом деле он купил. И вот они, я раскрыл их семейную тайну, но они не знали, что их дед, сын декабриста Бестужева. Это для них была сенсация. Огромное родословие обрушилось на них, уходящие корнями. Там был посол в Золотую Орду, бойцы, воины, сражавшиеся с поляками и так далее, дворяне все. И вот тут он призадумался, как говорится. Ну и потом мы познакомились, и они стали моими родичами. Я им открыл. Ну, целую, конечно, целую родословную своей семьи. Да, да. Владимир, да. Владимирович, вот про Бестужева более или менее для меня лично понятно, да, это все-таки здесь, на нашей земле, все это происходило, ну или где-то близко. Кандинский. Вы его родословную. Вот при чем тут Кандинский? Почему вы им заинтересовались? Кандинский. Я на него вышел, когда искал сведения о Бестужевых, о детях Бестужевых, о старце в числе. Мелькает все время один Кандинский, другой Терезинский. У Петра я прочитал про грабителя Кандинского, который ограбил Спасскую церковь, какой-то собор в Якутске, был посажен, отправлен в Нерчинск на каторгу, отбыл ее там много лет, вышел, все равно стал богатым, видимо, где-то зарыл. Я стал искать сведения и выяснил, что это прадед художника Василия Кандинского, которого очень не жаловали в то время. Он абстракционист, основатель абстракционизма, и с социалистическим реализмом он не сопрягался. Но я все-таки начал копать-копать, и вот это родословие составил, и обнаружил много выдающихся людей. Его брат Виктор Христатович Кандинский был одним из основоположников отечественной психиатрии. Вот есть болезнь такая, синдром Кандинского. Это он открыл. Вот есть болезнь Боткина, знаете? Думаю, да, конечно, услышал. Он себя увековечил своим синдромом и методом лечения. Он, кстати, им страдал, он описал все. И все это так интересно было, что я написал книгу «Древо декабриста и семейство Кандинских». Она вышла в том же политиздате, где вышла моя первая книга о декабристах, тиражом 300 тысяч экземпляров. По нашим временам это вообще. Да, тираж большой, еще чем интересен, огромные гонорары, огромный задаток дали, первая выплата, а потом потиражные. Я просто окреп там, в Москве, после переезда, в смысле материально, а то мы жили очень-очень туго. Вот. Но талант, он так или иначе, в том числе и материально, заработает. Владимир Владимирович, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Ну, это телевидение, тут ничего не переделаешь. Но по традиции я хочу предоставить вам слово, чтобы вы обратились к читателям, к почитателям вашего таланта, к нашим телезрителям, ко всем тем людям, которые сейчас смотрят вас в нашей программе. Пожалуйста, вот в эту камеру. Я покажу эту книгу, которая в интернете мелькала. Я принес эту книгу, чтобы показать дорогим телезрителям, среди которых много моих друзей, в
том числе и на ПВЗ. Тут должен быть Лёва Бобров, мой друг, его жена Люся, много-много, Попов там, Завязкин Анатолий. Это было... И дальше вот возле лестницы живёт Юра Балхасоев жил. Живет, он жив-здоров, не знаете? Вот, в общем, ну не только о них речь. Дело в том, что эта штука была опубликована, у Люгера Одессы была опубликована в журнале «Байкал» и имел успех. Ну, журнал толком тоже тираж небольшой. Тут тираж 500 экземпляров всего. Помните, 300 тысяч? Ну, да, я. Ну, спасибо Слепинчуку, он помог. Слепинчук – отец. Помог. Ага, понял. Он сказал сыну, ну-ка, в хорошем смысле, попробуй издать. Тот издал эту и роман о Московском университете, как учился. И в этих книгах, вот сейчас читают мои родственники, многие, кто читает в интернете, в Фейсбуке, многие главы публиковал. Это им показалось интересным. Я очень дорожу этим. А на презентации я услышу много слов, чуть ли не великий, уникальный и прочий писатель. Мне было очень неловко, но спасибо за признание. Пожилым людям очень приятно всегда это делать. Вы великий, Владимир Владимирович, это я с полной ответственностью заявляю. Огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Здоровья вам, еще раз здоровья, и как можно чаще приезжайте на свою малую родину, и как можно чаще балуйте своих почитателей, своего таланта новыми книгами, новыми рассказами, новыми исследованиями, потому что, ну, все еще впереди. Вся жизнь еще впереди. Спасибо вам огромное, всего вам самого доброго. Здоровья и счастья, мои друзья! Родственники и близкие, и давние спортивные друзья и соперники. Уважаемые телезрители, напомню, что гостем программы «Открытый эфир» был журналист, публицист, писатель, философ, просто легенда нашей республики, нашей страны, Владимир Владимирович Бараев. Я, Владимир Банчиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся.